так вот наши помощники. Первых не успела снять, платила за этот. Здравствуйте. Спасибо вам большое, спасибо. У меня лекарство просто что-то. Ага, давайте сейчас. Здравствуйте. Спасибо, до свидания. Замечательно, замечательно, здравствуйте. Здравствуйте, мы от дождя прячемся. Здравствуй, Маша. Привет. Снова здравствуйте называется. Да, да. Блин. Добрый день. Здравствуйте. Так надо, да? Ай? Надо, да? Конечно, мы же должны показать, чтобы люди приезжали. Может, вы что-нибудь скажете? Может, и скажем. Мы, несмотря на погоду, готовы помогать вам. Спасибо вам большое. Так что от всей души и вообще спасибо вам большое. Вам спасибо, что вы это делаете. Спасибо. Мы вам в помощь. А вам спасибо, что вы помогаете. Да ну что вы, чем можем вообще? Очень прям. Давай, Танюшка. Так, девочки, как? Ну вот с той стороны открыли теперь. Угу. С этой уже завалили все. Это для мальчика, комбинезон для кокера. Это швеечка. У меня все уши, колебаются вообще. Его пока еще сидит. Так, нам нужно коллективное фото. Вика сфотографирует. Копаем насос. Так, нет, вам ждать нельзя. Давайте, здесь платно. Сейчас нашли куда? И штраф 5000 сразу. Давайте. Скорее, скорее. Спасибо большое. Давай. И вам удачи, храни Господь. Пожалуйста, все. Спасибо. Ой, штраф 5000. Все, Алчик. Забирай, я выезжаю. Пока. Все. Пока. Спасибо, пока. До свидания. Пока. Пока. Все, пока. Все, целую. Пока. Здрасте, идите ко мне. Ко мне идите. Идем. Вы где? Она пошла к той, а сюда. Да, здравствуйте. 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 Сейчас мы. Так, вот это вот бинты и так далее. Ага, вот. Это вот чайки. Давайте, давай. Телефон садится мгновенно. Такую погоду. А я думаю, приедут к вам или не приедут люди. Погода. Спасибо вам большое, что вы в такую еще погоду нашли время и возможность. Что будем... А что делать-то нам? Мы же все-таки это все у нас собирается. Так, вот сухарики, пожалуйста. Угу. Спасибо большое. А, и вот немножко этих. Ага, спасибо. Вот. Так что все, давайте. Да. Спасибо. Кормите наш. Приезжайте. Спасибо. Мы все время с вами. Хорошо, спасибо. До свидания. До свидания. Полетели, привет. До свидания. Хорошо, обязательно. Хранили в холодильнике. Ага, хорошо, спасибо большое. Сейчас я переложу в это. Да в общую кучу этих. Там вакцина. Нет, там спасибо. Там вакцина, сейчас мы тоже... Здравствуйте. Проходите. Спасибо, что вы в такую погоду нашли возможность приехать и помочь. Дай туда уже куда-то подальше. Есть. Угу. Сейчас. Так, подождите, нет, подождите. У меня к вам тут будет сейчас прям вопросы. Я бы сейчас тут. Мне просто Лилю надавали сказать. Что-то. А, лекарства? Смотрите, так. Перчатки и... нужны. Господи. Обязательно нужны. Перчатки всегда нужны. Для работы. Давайте я подержу. Так, перчатки, это игрушки старые, это дождевик. А, у меня от моей собаки, я его перевела с сухого корма на натуралку, и у меня угу. осталась еда. Вот ну, она открытая как бы, но она нормальная. Здесь ну, Hills, помощникам мы верим. Да. Это гастрокорм.
Отлично. Поэтому я просто я не хочу его выбрасывать. Мне нет, жалко, нет, что вы. Честно. Смотрите, еще вот такая штука. Я не знаю, есть ли у вас какие-то собаки, которым требуются массажи там лап, которые ломали лапы. Это именно массаж лап делать. Ну, не надо, здравствуйте. Здравствуйте. Не работайте, не... А Лиля вышла кофе попить. Ну, что ж она не вовремя? Ну, да, не знала, давайте, что вы так приедете. Здравствуйте. Здрасте, здрасте. Сейчас попробую. Ой, и корм, и все. Сейчас, сейчас загрузят пол машины. Это наши постоянные помощники. Меньше не бывает. Мы корм не привезли, мы на себе. Я денежку вам перечислила. На спасибо корм, большое. На сети. Вот и корм для щенков. Плохо тогда. Ой, подождите, красота тогда какая. Забежите. Давай быстрее. Ну вот, Лиля отошла на 5 минут. Скажите, а вот в Чехове у вас тоже бывает? И тут такое? Уже пол машины загрузили. Да, на губернском рынке. Третье воскресенье. Все, каждого месяца. Хорошо. Да. Лекарство это хорошо, спасибо большое. Лимося, давай, 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 давай. Да. Открытый мешок. Открытый, осторожно. Я заверни. Спасибо большое, как всегда. Пол машины сейчас загрузят. Скажите, у меня вот здесь вот сухари. Все надо, все. Спасибо. Все годится. Спасибо вам большое. Ну вот уже. Почти полная машина. Наши, проходите. Сюда, сюда идите. Идите сюда, мы сейчас все поместим. Так, это у нас не принес. Здравствуйте. Давайте. Ну, и все. Спасибо вам большое. Вот. Надо просто пропихнуть уже туда. Давай сложим аккуратно. Пишите. Спасибо огромное. Спасибо. Карта там. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. На память. Пожалуйста, проходите. Проходите, дамы. Сюда, сюда. Первый раз. Ну, немножко... надеюсь, не последний. Да, не, я периодически так на денежку, на расчетный счет. Здесь кое-что из медикаментов. Но я думаю, что вы там разберетесь. Конечно, разберемся. И вот это вот куда давайте. Сумку вам надо вернуть? Да не, не надо. Что-нибудь найдем до следующего, для следующего раза. Давайте, там спасибо. Все, удачи, да, ну, спасибо большое. Так, вот. И хочу. Спасибо. Вы и тоже я... первый раз? Первый раз. Я хочу. Просто мне тяжело тащить, машины нет. Здравствуйте, Галя. Здравствуйте, рада вас видеть. Вот давайте с этой стороны. Ну, можно, да, можно. Сбоку, сбоку. Сбоку грузим. Чего у тебя багажник не открывается? Как обычно. Он открывается, он просто уже полный. Голову убери. Осторожно. Да я хотела отсюда запер. Ну ладно, давай. Ага, спасибо. Влажный не покупайте. Только сухой. Влажный у нас пока есть, да. Только ну, сухой. Ладно, я, а это я сейчас расскажу. Ага. Давайте, выключай. Вот наша Татьяна приехала, постоянная помощница. Она уже второй раз, вторая ходка. Да, каждый раз. По две ходки, да, ну что делать. Ну, хотелось бы, чтобы у приюта было много помощников, вот именно финансами, потому что корма и все вот так да, дорого. Корма сейчас дорогие, что... конечно. А столько последнее много. Время, столько этих щенков, конечно, это вот хорошо, ну, что это спасаем, но их же нельзя кормить вот таким кормом. Им нужна вот именно молочная смесь, детская, крупы. А еще хотел куда-нибудь их... Сажать куда их да. всех? И, во-первых, уже размещать уже некуда. Два этажа сажать некуда, тоже. Да. Не то, что мы будем третьи взрослые собаки сидят там без укрытия. Жалко, жалко то, что... Стройматериалы очень нужны. Стройматериалы, да. Да. Сейчас весна будет, сейчас гравий, вот песок, сейчас же там... Мы уже в грязи утопаем. То, что в грязи, вот именно то, что и собаки, то, что это... Да. Зимой одни проблемы, весной другие, летом солнце, жара. Укрытие тоже нужно. Все.
да? Все, приют нуждается во всем, в каждой мелочи. Каждому гвоздю будет рад. Спасибо. Пока, спасибо. Спасибо. Еще консервы докупили. Спасибо. Ну, в общем, встреча прошла достаточно плодотворно. Машина полная. Корма, лекарств много. Люди постарались, привезли все, что смогли. Спасибо всем большое. Здравствуйте. Ой, две секунды смогу только переснять. Кошки любят шейки. Ой, кошкам как повезло сегодня. Нам уже некуда пихать, но мы пихнем. Да, а что, выбор есть? Ну, я сегодня пустая, уезжаю. Мишка? Да. Мишка, если тебе это перепадало. Ага. Это вообще неплохой мальчик получился. Что это ты там грузишь? А, консервы для собак. Для хорошо. Это для кошек, там дальше для собак. Внизу. Так, это вперед. Друзья, подходит к завершению наша встреча на Киевском вокзале. Обратите внимание, пожалуйста, где мы всегда стоим. Вот эта золотая женщина с шаром. Вот здесь фонтан, который музыкальный летом будет сейчас. Три видео баннера. Да. Вот здесь всегда и вот эта машина. Обратите внимание, сзади логотип есть у нас. Вот, спасибо, возьми друга тем, из приюта. Постоянно приезжает. Номер машины. Новеньким спасибо огромное. Мы всегда вас ждем. Каждое последнее воскресенье месяца. Смотрите. Четвертое воскресенье месяца. Спасибо огромное. Слева вокзал. Да, вот там слева вокзал. От парковки вокзал. Да, еще всем. Раз. Торец всем торгового всем. Центра. Справа улица Даргомиловская.